Зажигательные современные ритмы уличных танцев в сочетании с лирикой и элементами народной хореографии. 15 совершенно разных номеров. На сцене ЦКД «Мечта» с отчетным концертом выступила студия танца «Импульс». На протяжении 12 лет «Импульс» не перестает удивлять и радовать зрителей на разных площадках округа. Основной состав – около 100 танцоров в возрасте от 3 до 20 лет. Мы все как большая семья. Все друг другу доверяем, наверное, так я бы сказала. И, ну, не знаю, какой-то дух. Вот я просто очень своим делом дорожу. Я люблю это дело, я этим делом живу. И у меня точно такие же танцоры, которые готовы бесконечно на тренировках пахать, бесконечно выступать. Ну, как бы вот не устают, конечно, устают детки, но все равно вот они вот эту энергетику получают на сцене. И они рады, счастливы. Впереди у танцоров покорение новых вершин, поездки на всевозможные соревнования, конкурсы, фестивали. Ну а отчетный концерт прошел на пятерку. Дипломы от руководителя студии получили все, а родителям вручили благодарности за активное участие в жизни коллектива.